Здравствуйте! О погоде в стране на 29 июня расскажу вам я, Инесса Назарова. На севере и в центральной части Казахстана характер погоды существенно не изменится. Облаков мало, осадков не ожидается, тепло и солнечно. Температура днем достигнет плюс 26, плюс 31 градус тепла. В Кокшетау ожидается ясная солнечная погода. Днем температура воздуха плюс 29, ночью плюс 15 градусов. В Костанае воздух прогреется до плюс 31 градуса выше 0 днем, ночью ожидается плюс 18 градусов. В Петропавловске переменная облачность, максимальная температура днем плюс 28, ночью до плюс 15 градусов. В Павлодаре солнечно, ясно, днем столбики термометров покажут плюс 26 градусов выше 0, ночью ожидается плюс 15 градусов. В Караганде ясно, в полдень будет плюс 27. Ночью плюс 16 градусов. Погода на западе будет по-прежнему жаркая. В Актобе ожидается ясная погода. Днем плюс 36 градусов. Ночью плюс 25 градусов выше 0. В Уральске переменная облачность. Возможны небольшие дожди. Гроза. Воздух прогреется до плюс 37 градусов днем. Ночью плюс 26 градусов тепла. В Атырау максимальное значение термометров днем плюс 40 градусов. Ночью плюс 30 градусов тепла. В Актау ясно, в полдень плюс 31 градус тепла, ночью плюс 27 градусов выше 0. Южные регионы продолжают оставаться под влиянием теплых воздушных масс, поэтому предстоящий день будет по-летнему солнечным и жарким. В Туркестане максимальная температура воздуха днем плюс 40, ночью плюс 26 градусов. В Кызылорде плюс 39 градусов выше 0 днем, ночью до плюс 24 градусов тепла. В Шымкенте ясная солнечная погода, днем плюс 37, ночью плюс 22 градуса тепла. В Таразе ясно, днем температура воздуха поднимется до плюс 37 градусов, ночью ожидается плюс 20 градусов тепла. В Талдыкургане ясная солнечная погода, днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, ночью до плюс 15 градусов тепла. В Восточном Казахстане переменная облачность, возможны кратковременные осадки. В Усть-Каменогорске переменная облачность, небольшой дождь. Днем температура поднимется до 22 градусов тепла. Ночью ожидается плюс 16 градусов выше 0. В Семее малооблачно, небольшой дождь, возможно гроза. Плюс 25 градусов днем, ночью плюс 16 градусов тепла. В Алматы ожидается ясная солнечная погода, температура воздуха ночью плюс 19. Днем плюс 32 градуса тепла. Жители и гостей столицы 29 июня порадуют ясной погодой. Плюс 27 градусов тепла днем, ночью плюс 16 градусов выше 0. Метеослужба телеканала «Хабар» желает вам хорошей погоды.